Сегодня мы у вас в гостях с презентацией нового альбома. Кто успел послушать? Окей. Yeah.
fermare le frisate. Momento pausi per cucinare sotto. Che mi ero dopo a quello esternato. Un alzai del risotto. Perché ti ho ricaputo qua le sono. La luce critici ambiche incinati sono. Gioia o più tu sbiati che qua le sono. Sono mi rinde e abbasso sfoca a poco non mi sono. Mi stessi e mandai le guai in gara solo. Domani per si vuoi il posto di stoppa ma le sono. Resistisci un incessiria ma le gare solo. Ci gelo tipo notte che tu vuole gli sgole. Санкт-Петербурга. Сделали шум на Гарри Топоро! Ну что, сделаем, Серег? Да. Осталось, знаете? Да! Вы не оставляете. Так, тогда ваша задача, это на ОО. О-о-о, кричать и прыгать, окей? Сейчас проверим. Я думаю,
так уже текст подпевал. Шума для Лизы Ёлки. Я знаю, что нельзя такие
историю рассказывать, а я возьму и буду, потому что что вы мне сделаете? Это меньше. Я вообще ничего не могу сделать. Мы слишком крепко дружим. Но нельзя такими вещами гордиться, а я горжусь тем, что я была на том самом твоем концерте, который я смотрела и не понимала, почему нас, слушающих эти песни, так мало в зале. И я негодовала по этому поводу. И каждый раз, вот у меня уже есть в коллекции, в моей копилочке несколько таких историй. Как же я рада, что я не верю в справедливость. Я не верю. У меня нет справедливости, и это прекрасно, потому что если бы была, непонятно, где бы я сейчас. Но всему свое время, и вы сейчас здесь, а значит, так должно быть. И это очень круто. Значит, Сера — это тот человек, чьи мысли мы с вами хотим слушать. Мы хотим быть счастливы, хотим грустить и хотим радоваться. Спасибо тебе огромное за то, что ты пишешь. Спасибо огромное за то, что вы готовы это слушать и слышать. Петь в том числе, да, и наша дружба удивительна. Спасибо тебе. Мы, правда, мы очень давно познакомились, мы сразу договорились, что у нас будет обязательно песня, мы просто ждали ту самую песню. Согласен. Вот, и посмотрите, это уже вторая история, да, о том, как люди, умеющие ждать, обязательно получают то, о чем они И да, я буду читать слова по препитру, не потому что я не успела выучить, а потому что я человек в возрасте, вы должны быть. Боже, споемте. Вы поможете. Небо усталое давит на плечи, возьми меня за руку, так будет легче. Мы сможем заново, время все лечит. Раскрой свои крылья, держи меня крепче. Тебя обнимет небо. Солнце над облаками напомнит, что мы не остыли с тобой. Тебя обнимет небо. Просто расскажи, раскрой свои крылья. Yeah.
все тут живой концерт, и кто смотрел наши стримы, и, в принципе, знает мое отношение к концертам, переделать какую-нибудь уже готовую песню, это прям здрасте, обожаю. Когда вы не удивляетесь. Тебе нужно время?
Чуть-чуть. А кто ходит на наш акустический концерт? Да. Это примерно треть в зале. Если вы хотите больше грязной импровизации, приходите. Или не уходите. Я хочу позвать своего друга. Саша Лазова, группа «Модель поведения». Супер крутая, супер интересная экспериментальная музыка, независимая из Краснодара. Послушайте их альбом, приходите в прошлое. Доступен на всех цифровых площадках. Я говорю, типа, независимый музыкант, что ли? Раз, раз.
ночной звонок. Ну, как всегда, какой-то пиздец, какая-то проблема. Какой-то человек говорит, что у меня мусора. Я не ждал стендапа от тебя. Пизда моя мама, пошли мне денег. В моей жизни был другой ночной звонок. Позвонил мне человек, и он говорит, чувак, ну пизда, все, до утра я не усну. Пиздарал, это полная жопа. Я люблю и я живу. Пускай нельзя остановить видео, так, да?
Да можно. Доказывать придется, что я рэпер. Сейчас давайте будем отдохнуть. Как у нас настроение вообще? Мы живем в очень сложное время. Да, бывали времена и похуже. Но сейчас... Не слышал, да? Какая-то пандемия, вокруг какой-то сумасшедший дом, какие-то войны и вся эта жесть. Но мы все пробьем, да? Все пробьем.
Минутка Эрика. Можно минимум света на следующий трек? Там еще меньше. Непонятно, какой у вас любимый трек с альбома? Ветер перемен! Мы думаем, раз на что клип снимать, вот, советую с вами. Тебе больше понравилась «Спасибо» концертная версия или альбомная? Концерт? И акустика? Конечно. Ты уже здесь. Ничего не могло быть иначе. Все так, как есть. Все пути ведут только вперед. Но ты уже здесь. Вот теперь что-то значит. Глупая месть. Как всегда ничего не дает. Птицы здесь не поют. Горе, бомбы, болото, трясина. Они улетели на юг. Они любят его так же сильно. Здесь
все, что ты отдал. Если хочешь, я еще забери. Пойми, все было оправдано. Иди по своим навигаторам. Никто не придумал, как нужно любить и за что меня любить. Простите, привык говорить то, что думаю, я не политик. Так много идей, так много проблем. И все вина. Ты, Боже, ты сто раз наивен, но что этот мир без тебя? О, ускорит с ума. Ты не мой, всегда был таким. Я проснулся с утра. Московский фан-клуб снова придумал, да? Обожаю вас, супер, спасибо большое. Вижу ваши детские фотографии, это очень круто. Дорога домой, это так мы называем тур, который принесли с весны на осень, с осени снова на весну. И дорога домой — это дорога к себе настоящему, дорога к себе тому, каким ты родился, каким ты был в детстве, чему-то чистому, искреннему и настоящему. Спасибо. Вам спасибо.